Состояние выживших в авиакатастрофе стабилизировалось, но характеризуется как шоковое. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев. У одного из пострадавших комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множество переломов грудной клетки, костей голени. Есть тупая травма живота, тупая травма грудной клетки, ушиб легких. Имеются ожоги 15% поверхности тела. 15%. И второе состояние второго больного тоже, он 96-го года рождения, тоже комбинирован травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. У нее имеется перелом позвонка, имеются ушибы, ранения на лице, имеется до 50% поверхность, ожоговая поверхность. И он тоже также находится пока в шоке, но проводится мероприятие, состояние стабилизированное. Напомню, в минувшую субботу в Алматинской области разбился самолет Ан-26. Судно, принадлежащее Комитету национальной безопасности, следовало по маршруту Нур-Султан-Алматы. На борту находились 6 членов экипажа, 4 из них погибли, 2 находятся в больнице.